Раскачаем регион. Оп! Оп! Yeah.
диджей Moon Rider. Для работы Moon Rider. Пять лет, говорю. Ну, серьезно, три года как. А, выступления в клубах? Нет, я только вот здесь на свежем ветре. В том и в этом году выступаем. То есть у тебя всего два выступления? Да. Ну что, спасибо большое. Продолжительные и бурные аплодисменты. Спасибо большое. Первому участнику, спасибо. Первому. А, как всегда, нелегко. Нормально. Давайте проводим Moon Rider. Второе выступление, парни! Музыки, диджеинга. На самом деле вы уже в финале. Вы на самом деле очень хорошо все отработали. Я называю именно это работой. И вы на сегодня с ней справились. Было на самом деле не просто кого-то выделить. Ну и были, скажу честно, два человека у нас фавориты в итоге в конце. Из которых победителя мы оставили автора и уже, конечно же, исполнителя своих собственных треков. Moon Rider, друзья! Он получает вот этот контроллер от производителя Pioneer. Давай, Кать, братан, отличное исполнение. Молодец, что пошел по этой трудной, очень скользкой дорожке. Я как сам автор и исполнитель своих вещей, композитор, очень рад, что такие молодые, талантливые люди рождаются у нас в крае и готовы положить свою жизнь для того, чтобы радовать вот эту публику, которая не менее зажигательная, чем наши дети! Друзья, вот этот приз вручается! Товарищу, молодому, перспективному исполнителю, талантливому диджею Moon Rider! Ура, братан! Юбилейная 10-я
Леночка уходит в Кавказский район. Мунрайдер, еще раз, ваши аплодисменты. Минуточку тишины. Давайте сделаем так, давайте организую я вам еще один флешмоб. Поднимите руки вверх, пожалуйста. Все поднимите, чуть-чуть плотнее сделайтесь. Мунрайдер, иди сюда. Стань спиной. Ловите! Давайте его отсюда, давайте со сцены убирайте. Туда, назад, давай. Братан, отлично, аплодисменты. Смотрите, какое поклонение. Как минимум, отлично, одно исполнение. Ой, бросай, бросай его туда. Бросай. Что ждет впереди этого парня? Все, разорвите его там, на части уже. Все, отходим.